церковь будем молиться. Господь, мы обращаемся к Тебе в этой молитве. Боже, Ты сейчас здесь. Твоя благодать сейчас здесь. Господь, я знаю, чувствую, что Ты, Господи, здесь. Ты по-особому посещаешь Твой народ. И в этот час, Господь, мы молимся. Мы молимся о том, чтобы Твоя благодать, она больше наполнила этот зал. Наполни, прикоснись прямо сейчас к тем, кто нуждается в покаянии. Господь, коснись. Пусть каждый сегодня отдаст свое сердце для Тебя. Господь, коснись прямо сейчас. Ты видишь все сердца, которые никогда, Бог, мы еще не делали этот шаг к Тебе. Ты прикоснись прямо сейчас. Прикоснись, пусть сила сойдет от Тебя. Пусть придет прощение Тебя, Бог мой. Я прошу во имя Иисуса Христа, пусть сила сойдет. Пусть сегодня они обретут уверенность во спасении. И переживут, Господь, действие Твоей благодати. Аллилуйя, аллилуйя. Прикоснись, Дух Святой, прикоснись прямо сейчас. О, я прошу Тебя, Дух Святой, прикоснись и наполни этот дом Твоим присутствием. Наполни прямо сейчас, наполни каждое сердце. Наполни особым Твоим присутствием, Твоей особой силой. Коснись каждого, кто нуждается в Тебе во имя Иисуса, во имя Иисуса. О, дорогой друг, просто спеши прямо сейчас примириться с Господом. Я верю и просто чувствую в своем сердце, что Бог призывает тебя прямо сейчас, там, где ты находишься, здесь, в этом зале, на балконе. Бог зовет тебя сегодня. Спеши принять сегодня Господа в свое сердце, примириться с Ним, оставь свои грехи. Когда есть эта возможность, воспользуйся этой возможностью. Велика милость и благодать Божья по отношению к тебя сегодня. Аллилуйя, Господь, прикоснись. Господь, прикоснись прямо сейчас. Господь, прикоснись, пусть благодать Твоя сойдет еще больше. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Вот здесь есть люди, которых Бог сейчас призывает. Вы чувствуете побуждение. Бог зовет и стучит в ваше сердце. И вы понимаете, что это не ваши мысли. И вы понимаете, что это Бог говорит. Преодолейте свой страх, стеснение. И сделайте этот шаг. И примиритесь сейчас с Господом. И вы почувствуете эту радость. Вы почувствуете прощение в своем сердце. Аллилуйя, Господь. Прикоснись прямо сейчас. Просто прикоснись во имя Иисуса Христа. Пусть благодать Твоя сойдет. Пусть сила Твоя сойдет во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Лора мадакаса лабадаламарас. Ора бадаламала кабадалабадалирадалемадаларас. Я благодарен Тебе, Господи, за те сердца, которые сейчас обращаются к Тебе, за это покаяние. Просто благодарен Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, что Ты здесь. Спасибо Тебе, что Твоя сила, Господь, она здесь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Лера да ламана. Кеба да лера да лама да лаба де кила ламанас. Ура маши сорта клора да лебе да ламанас. Ура ма да лера да кеба да ламанас. Салара да ламанас. Ила ра да ра бако толора да шеса клара да лама да лера да ламана. Лера да лаба шеса клей да ламанас. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Мое сердце приходит сейчас слово знания. Дорогой друг, я не знаю тебя, кто ты есть в этом зале, но я говорю, что приходит в мое сердце. Вот где-то более чем 2 года назад ты впал. До этого ты ходил постоянно в церковь, пламенел для Господа, но затем ты впал в грех. И вот эти более чем 2 года ты просто посещаешь церковь, но в твоем сердце нет мира, нет покоя. Ты чувствуешь, что грех тяготит тебя. И ты не предпринимал каких-то решений, чтобы оставить. Но сегодня ты желаешь оставить вот этот прежний греховный образ жизни. И сегодня Бог стучит в твое сердце. И Бог хочет восстановить тебя. Тебе нужно просто с покаянием обратиться к Господу. Божья милость явится в твоей жизни. Бог восстановит. Ты снова будешь чувствовать Его радость. Ты снова будешь чувствовать Его наполнение. Потом просто спеши сейчас. Проходи, чтобы помолили за тебя, чтобы Бог Он восстановил, чтобы сила Божья наполнила тебя. Аллилуйя, Господь.
Аллилуйя, я просто благодарен Тебе. Я благодарен Тебе, Господь, что Ты здесь. Что Твоя сила, Господь, она является сегодня. Я просто благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. О, спасибо Тебе, Господь. Ты благ, Ты милостив. Ты великий, Господь. Аллилуйя, я просто благодарю Тебя. Пусть сила еще больше проявится на этом собрании, Господь, во имя Иисуса Христа. Прикоснись. Прикоснись, Господь, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прикоснись, Господь. Прикоснись. Лера да лама са калаба да ламана. О, лара да раба кеба да лора да шеса клара да ламана. И лара да раба кеба да лора да риби да шеса клара да ламанас. О, раба да кеба да лера да раба да лара да риби да шеса клара да ламанас. Прикоснись, Господь, прямо сейчас. Прикоснись, Господь. Пусть от Тебя придет исцеление. От Тебя придет восстановление, Господь, многих сердец. Ты просто восстанавливай, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Если кто-то, может быть, из вас, вы хотите осветиться перед Господом сегодня, обнови свое сердце. Может быть, вы чувствуете, что нет прежнего огня в вашем сердце. Суета поглотила. Что-то отдалил от Господа. Сейчас также время, мы будем молиться. Если кто нуждается в такой молитве, проходи, чтобы помолились за себя, чтобы обновилось твое сердце, чтобы ты горел сегодня для Господа. Аллилуйя, Иисус. Просто прикоснись прямо сейчас. Прикоснись, Боже, ты сейчас здесь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Вы знаете, в этом Бог дал такое откровение, вот слово знание. В этом зале находится человек, вот он стоит, верующий человек, стоит и размышляет. Вот я делаю это, делаю и то. Делает грех, и ничего у меня не происходит. Все у меня нормально, и там у меня нормально, и там нормально. Но Бог дал откровение, что над тобой была милость моя. Если ты не покаешься и не оставишь делать грехи, я отниму свою охрану, и придут неприятности, придут проблемы в твою жизнь. Поэтому пусть Бог благословит. Оставьте то, что вы делаете, придите к Богу, придите, склонитесь пред Богом, и Бог благословит. Если вы этого не сделаете, будут ужасные последствия. Аллилуйя, Господь. Мы молимся прямо сейчас. Прикоснись, Господь. Прикоснись, пусть сила придет от Тебя. Пусть Твоя милость, Господь. Твоя милость, она является здесь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Прикоснись, Господь. Прикоснись. Братья и сестры, давайте будем молиться за тех, кто прошли сюда вперед, о том, чтобы Божья благодать она являлась в их жизни, чтобы Божья сила приходила, чтобы Бог очищал, обновлял их сердца, чтобы они могли дальше радоваться, служить Господу. Поэтому просто ходатайствуйте, молитесь за них, пусть Божья благодать явится. Аллилуйя, Господь, прикоснись прямо сейчас. О, прикоснись, Господь. Прикоснись, Господи. Прикоснись прямо сейчас Духом Святым и ходатайствуем. Мы молимся, Господь, за тех, кто сейчас, они здесь молятся пред Тобой о покаянии, очищении, освящении. Господь, Ты видишь их сердца. Я прошу, очисти, обнови, Господь, их сердца и наполни, Боже, Духом Твоим Святым. Наполни, Господь, Твоим присутствием. Наполни, Господь, Твоей силой. Наполни, Господь, Твоей благодатью, чтобы они сегодня встретились с Тобой и пережили действие Духа Святого. Для того, чтобы сегодня они ушли обновленными с этого собрания. Исполнены Твоей силы. Исполнены Твоего могущества, Господь. Прикоснись. Господи, если кто-то впервые делает этот шаг, Ты коснись, Ты очисти, Ты дай полную свободу Твою, Господь, прямо сейчас, да придет свобода от Тебя, прямо сейчас, да придет, Боже, сила от Тебя. Господь, прикоснись во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, пусть сила Твоя, она явится здесь, Господь. Пусть Твоя благодать, она придет. Прямо сейчас, Господи, прикасайся, мы ходатайствуем о милости Твоей, о прощении, о любви Твоей, Господь. Спасибо Тебе, Боже, за все, что Ты очищаешь. Благослови их жизни, дай им твердости, чтобы они держались, Господь, Тебя, чтобы они никогда не ступали, не падали, но шли за Тобой, Господь. Ты просто благослови, и Ты помоги им держаться Тебя, и Ты руководи, Господь, их жизнью. Пусть они всегда видят Твою славу, пусть они видят Твою силу, Господь. Спасибо Тебе за все. Мы просто благодарим Тебя, Отец. Спасибо Тебе, Боже, за все. Мы благодарим, мы прославляем Тебя, Господь. Мы прославляем, Господь, Тебя.
Аллилуйя, аллилуйя, спасибо Тебе, Боже, что Ты на этом месте, что Твоя благодать, она является. Также, Господь, мы молимся, чтобы Твое исцеление, оно приходило прямо сейчас. И те, кто нуждается в Твоем исцелении, чтобы они исцелялись, Господь, от Твоего прикосновения. Я молю за тех, кто нуждается в Тебе, за тех, кто болен, прямо сейчас от Твоего прикосновения, Бог мой, пусть они исцеляются там, где они находятся в этом зале, пусть они исцеляются на своих местах, пусть всякая немощь и боль будет удалена прямо сейчас. Коснись, Господь, во имя Иисуса Христа. Коснись Духом Твоим Святым во имя Иисуса Христа. Коснись, Господь. Аллилуйя. Пусть придет от Тебя исцеление. Аллилуйя. Пусть придет от Тебя помощь во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я хотел бы также, братья и сестры, чтобы мы молились о том, чтобы Божья исцеляющая сила, она наполнила тех, кто в этом нуждается. Давайте мы помолимся, чтобы Дух Святой прикоснулся к тем, кто нуждается в исцелении. Я верю, что там, где ты находишься, в этом зале, Бог силен прикоснуться. Сегодня вы слышали свидетельство. Это все сделал Иисус Христос. И Он это сделал в твоей жизни, потому что Он Бог, творящий чудеса. Мы будем молиться сейчас, веря и принимая от Господа исцеление, если ты в этом нуждаешься. Воззови просто Господу, и я знаю, что Его сила наполнит тебя, и ты будешь исцелен. Господь, мы молимся, чтобы прямо сейчас Твоя исцеляющая сила наполнила этот зал. Наполни, Дух Святой, наполни Твоим присутствием. Прямо сейчас прикоснись к тем, кто нуждается в исцелении. Просто пройди по этим рядам. Пройди, Дух Святой, прикоснись, если кто-то нуждается в исцелении. Исцеляй прямо сейчас. Исцеляй, Господь, от всякой болезни, всякой немощи. Во имя Иисуса Христа, пусть всякая болезнь и немощь будет удалена прямо сейчас. Пусть свобода приходит, пусть всякая зависимость уходит прямо сейчас. Господь, прикоснись, прикоснись и просто исцеляй во имя Иисуса Христа. О, исцеляй прямо сейчас. Аллилуйя, аллилуйя. Я просто благодарю Тебя. Аллилуйя. Сестра, Бог исцеляет твою левую почку. Вот прямо сейчас боли уходят, потому что ты чувствовала сильные боли в левой почке. Но прямо сейчас Бог исцеляет. Исцеляет твою левую почку. Принимай это исцеление и просто благодари Господа. Аллилуйя, Иисус, ты Бог исцелитель. И ты исцеляешь сейчас. И ты даешь свою свободу. И ты даешь свое исцеление. Спасибо тебе. О, спасибо тебе, Господь, за твое исцеление. Аллилуйя, Иисус, за твою свободу. Я благодарю Тебя, что Ты даешь эту свободу, что Ты даешь эту победу. Я верю, что Ты исцеляешь прямо сейчас. Спасибо Тебе, что исцеление приходит от Тебя. Спасибо Тебе, Боже, что Ты движешься сейчас. Исцеляешь. Я верю, что многие не переживают сегодня Твое исцеление. И пусть это будет во славу Твою, для того, чтобы, Господь, имя Твое было прославлено, возвеличено. Коснись, Господь, прямо сейчас силой Духа Твоего Святого и дай свободу Твою во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, Господь, во имя Иисуса, всякий нечистый дух да будет удален. Во имя Иисуса Христа пусть свобода приходит от Тебя, Господь. Коснись Твоей силой, силой Духа Твоего Святого, Господь. Прикоснись, прикоснись, Господь, прикоснись и просто исцели, Господь. Во имя Иисуса, именем Иисуса Христа мы запрещаем всякому нечистому духу находиться здесь и повелеваем прямо сейчас. Всякий нечистый дух доставит его и уйдет прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, пусть сила Твоя, Господь, наполнит. Пусть сила Твоя наполнит его прямо сейчас. Коснись Духом Твоим Святым. Коснись, Господь, и да будет она полностью свободна. Прямо сейчас. Прямо сейчас, Господь, да придет эта свобода. Да придет эта сила, Господь. Да переживет она это исцеление, действие Твоей благодати, Твоей силы. Наполни, Господь, Твоим присутствием. Спасибо Тебе за Твою победу. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Я просто благодарю Тебя. Аллилуйя, Иисус. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Ты даешь свободу. Ты Бог-исцелитель. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог, Он на этом месте. Аллилуйя. Его присутствие нам сегодня здесь. Знаете, я просто чувствую, как Бог движется сегодня здесь. Как Бог движется здесь. Просто принимай Его благодать, силу. Прославляй Господа сейчас. Он здесь. Аллилуйя. Сила Духа Святого здесь. Просто молись сейчас. Молись славу Господа. Бог кого-то сейчас исцеляет ноги. Бог исцеляет ваши ноги. Принимайте исцеление. Аллилуйя. Диагноз ног, он будет снят через некоторое время. Аллилуйя.
Божья благодать здесь. Просто принимай. Бог исцеляет тебя сейчас. Аллилуйя. Я просто благодарю тебя, Иисус. Я благодарю тебя, Иисус, за твою силу, за твою победу, которую ты даешь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе. О, спасибо тебе, Дух Святой, что ты движешься, что твоя сила здесь. Сила твоя здесь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, ты здесь. Ты здесь, Господь. Ты здесь, могущественный Бог. Мы благодарим, мы прославляем Тебя, Господь. Спасибо Тебе за все. Спасибо Тебе, Боже, за всю Твою силу, за Твою благодать, которую Ты, Господи, проявляешь здесь. Спасибо Тебе. Прими, Господь, всю славу. Прими, Господь, всю хвалу. Прими всю честь, Господь. Прими все величие за все эти действия, Боже. За исцеление, за спасение. Прими всю благодарность, Господь. И благослови эту церковь особыми благословениями. Особая Твоя сила пусть всегда сопровождается, Господь, здесь. Мы благодарны Тебе за все, Господь. Мы благодарим Тебя, Боже. Нам хорошо быть в Твоем присутствии. Спасибо Тебе. Каждого благослови, Боже. И услышь то, чем нуждается. Ответь на все молитвы, Господь мой. Мы все это отдаем в Твои руки. Наш драгоценный Господь. Мы молимся в этот час с благодарностью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Иисус Христос сейчас здесь. Знаете, я чувствовал присутствие. Я верю, вы также переживали. Я знаю, Он исцелял. Он освобождал. Он очищал. Пусть вся слава будет только лишь Ему. Пусть Бог благословит всех вас.